Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя, и я вас очень рада здесь видеть. Сегодня начинаю снимать новый вышивальный влог. Давайте начну, наверное, с дизайнов, которые я сейчас вышиваю, и потом покажу вам, какие у меня планы на эту неделю. Во-первых, я сейчас работаю над дизайном от Scarlet House. Вот такая вот замечательная птичка у меня вышилась, но не до конца. Мне нужно еще вышить ей немножко крылышко вот здесь. И она тогда у меня будет закончена. На этой неделе я планирую еще немножко повышивать этот дизайн. Может, вышью листочек, может, цветочек. Посмотрим. Но мне хочется его чуть-чуть продвигать, чтобы к концу апреля у меня был вышит полный лист с этой работы. Вот смотрите, сейчас только заметила, что пяльца деформирует лен. Ну, ладно. Вот. Мне очень хотелось вам показать, как она выглядит в отглаженном виде. Основа зеленоватая, но почему-то в сочетании с этими цветами кажется, что она такая имеет розовый подтон. Дальше дизайн, над которым я работаю, это вот мамино сердце. Оно у меня на таком этапе не продвигается, потому что довольно-таки сложно вышивается, но я планирую к нему вернуться. Не знаю, буду вышивать на этой неделе, нет. Если что-то мне захочется, голову меня стукнет, то тогда да, буду вышивать. Если нет, так нет. Дальше покажу вам, что я закончила. Закончила 2 дня назад вот этот дизайн от Mill Hill. Вот этого замечательного лепрекона. Он очень классный, яркий, такой веселый. Мне так он понравился. И я была в восторге, когда я его завершила. Единственное, здесь у меня неправильно рассчитана основа. И, как видите, здесь немного осталось для того, чтобы оформить этот дизайн. Но я пока оформлять его не буду. Не знаю, посмотрим, что с ним сделаем. Давайте покажу, что осталось. Осталось вот что. Мне кажется, хватит на второй отшив вот этого дождика Эстас. Ниток шелковых может не хватит, но не может, их не хватит. Они здесь вышиваются в штанах. Ну, в принципе, можно заменить на DMC. И по DMC ниткам осталось вот столько. Всего хватит. И довольно-таки много вот этого золотого креника. В общем, на подбор хватит, на то, чтобы вышить этот дизайн повторно, конечно же, нет. Вот. Но мне он очень понравился. Это, конечно, такое удовольствие. Где мне найти теперь другие дизайны из этой серии, не знаю. Но я думаю, найду. В общем, да, превью, конечно же, не передает всей красоты. Здесь так все блестит, сияет. Вышивалось очень интересно. И так как это 11-й каунт, глаза просто отдыхали. Единственное, было сложно вышивать вот этим вот дождиком, потому что он довольно-таки толстый. И продевать его в иглу, то еще удовольствие. В общем, наверное, минут 10 сидела. Мучилась этим, занималась. Вот здесь у нас, видите, используется не просто полукрест, а как такой цветочек я называю. Из 5 бисеринок. Шляпа классная, глазки так моргают у него. Вообще потрясающий дизайн. Мне так он понравился. Просто обалденный. Так, дальше. Чем я занимаюсь еще? Сегодня я вышивала вот этот дизайн утром, потому что он у меня только утренний. А здесь я вышила вот эту часть коней. Так сложно дается. Вообще невозможно долго с ним посидеть, потому что болят глаза. Мой план такой. Я хочу на этой неделе завершить вот эту вот часть. Это, конечно, вообще кажется легко, да? За час, в принципе, можно все это быстренько сделать. Но не тут-то было. Вышивать тяжело, поэтому я себе такие довольно-таки большие рамки ставлю временные. И я хочу сделать вот здесь его гриву разноцветную. Ну и также, понятное дело, сделать глазик второй лошадки. В общем, планирую завершить вот эту часть на этой неделе, а там уже дальше посмотрим, как пойдет. Ну, надеюсь, до конца апреля-то я его вышью. Сложный дизайн, очень криво ложатся крестики. Мне не нравится, как они у меня получаются, но что делать, вышивать хочется. Дальше покажу вам. Что я еще сделала? Я решила вести такую тетрадку, я уже говорила. И здесь я покажу сейчас, как ее веду. Вот она вот так вот выглядит. Здесь нужно написать свое имя. Я уже наклеила наклейки.
И здесь я пишу, что я начинаю, что вышиваю, что заканчиваю. Также пишу свои траты, да, сколько я потратила в месяц. Вот здесь можно поглядеть, посмотреть. Но так как я этот блокнотик купила только недавно, поэтому эти месяцы я особо не заполняла. Просто написала, сколько у меня опять стартов, финишей, сколько я потратила в этот месяц, что я начала и в конце месяца, что я закончила. Чтобы просто иметь в виду и к концу года понимать, сколько у меня работ, так было бы их легче, наверное, даже собирать. И вот март. Я обклеила зелеными наклейками. Здесь у меня то же самое. В общем, я люблю статистику, поэтому мне надо знать все, что я делаю. И вот апрель. Апрель я еще ничего не купила. У нас сегодня 3 число. И сегодня... Нет, сегодня 4 число. Я напишу, что я вышиваю. Сегодня я вышивала вот этот дизайн. И также напишу, что будет начинать. А что будет начинать, покажу чуть-чуть попозже. В общем, вот так вот у меня выглядит. Здесь я уже написала, что я закончила Mill Hill лепрекона. И планирую каждый день писать, что я буду вышивать в эти дни. Дальше я ничего не клеила. В общем, оставлю это на май. Здесь такие красивые наклейки. Как они мне нравятся. Здесь пасхальный сюжет. Здесь цветочек. В общем, такое удовольствие. Я довольно-таки часто сижу и листаю вот эту книжку. Она мне так нравится. Вообще, я думаю, к концу года будет супер интересно посмотреть, что у меня получится. И теперь давайте покажу, что я хочу начать в апреле. В апреле я вообще планирую начать много чего, но на этой неделе я хочу начать Джаснен. У меня глаз упал на 2 дизайна, на те, которые у меня собраны. Первый набор это вот этот. Здесь, я думаю, за 3-4 дня я спокойно справлюсь. Последняя бабочка в моей коллекции. И, как мне кажется, она довольно-таки, не то что сложная, по объему работы больше, чем другие, потому что здесь нет незашитых участков. То есть все ее крылышки полностью вышиваются. Так, с этой работы я буду участвовать в СП у Елены Бродери. И также я хочу начать один дизайн, который у меня уже год лежит. Я все никак не начинаю. Это вот этот Strawberry Summer. Потрясающий сэмплер, на который я положила глаз очень давно. Все, хотела его купить, не могла найти. Потом, когда купила, хотела начать вышивать, потом не могла ткань найти. В итоге покрасила сама. И когда покрасила, поняла, что она довольно-таки яркая получается. Поэтому я ее окунула, эту ткань, в белизну. И у меня ничего не получилось, никак отбелить эту ткань. В общем, она у меня довольно-таки розовая. Вот, как правильно показать, чтобы могли видеть полностью яркий оттенок. Вот, и я буду вышивать на ней. Она прям, знаете, выглядит сейчас как Wix Day Works, такая розовая, мятенькая. Но вот так вот она лучше передается. Вот она такая более яркая. Я ее поглажу и буду на ней вышивать. Красила ее сама авокадо, и, в общем, очень стойко, ничего здесь я цвет никак не закрепляла, но, несмотря на это, ничего не потекло, и цвет у меня особо не потерялся. Вот, в общем, буду вышивать этот набор, здесь очень много разных интересных стежочков. Так, у меня тут кот бегает, если вы слышите, извиняюсь. Ой, это он с ума сходит. Здесь очень много разных интересных стежочков. Я думаю, я не соскучусь. Здесь, помимо обычных DMC, нужен перле. У меня его, по-моему, нет. Я его докуплю. Если нет, то я тогда возьму просто нитку DMC. И вот так вот выглядит пак. Очень красивый. Такая здесь клубничка. Шикарная. Да, еще не лето. Еще только апрель. Но мне не терпится начать этот дизайн. Очень красивый. Вообще, на самом деле, такой красивый дизайн, что, в принципе, без клубнички здесь все равно можно обойтись. Можно вообще ничего не пришивать, а можно сделать из ниток цветочек. Какой-нибудь вот такой, например, да, один из. Или просто клубничку сюда добавить, либо просто другую бусинку. Вот это у кого нет возможности купить этот пак, то можно, в принципе, вот, выкрутиться таким образом. В общем, буду начинать. Так что на этой неделе будем рассматривать все.
и балдеть вместе. Дальше покажу шепр, да, что еще хочу начать. Все-таки Пасха. У меня есть два дизайна пасхальных. Вот один я принесла, второй нет. И я думаю начать вот такой дизайн. Он очень простой. Вышится, думаю, здесь за пару вечеров у меня. Как видите, здесь крестиков вообще, в принципе, особо нет. Это только пастух, цветочки, сердечки, овечки, корзинка. Ну и дальше у нас идут бэкстичи. Вот. Здесь такие нитки красивые. Я уже их разобрала. Блестит так все. Обалденно. Пуговка. Дальше я раздумываю над вот этим дизайном. Он такой классный. Я видела вышитым. Просто потрясающий. Огромная корзина. Дом маленький. Овечка. У меня, похоже, есть подушка. Дайте вам покажу. Сейчас, секунду. Вот так вот она выглядит. Очень похоже, да? Но все равно это разный дизайн. Поэтому я очень хочу его вышить. Тем более, это был подарок моей подружке Тане. Вот. Красивые нитки. Думаю, вышивать будет одно удовольствие. И вышится, я думаю, тоже он быстро, всего за пару дней. Вот. Кстати, они так похожи. Я сейчас смотрю, думаю, в принципе, вообще можно купить один дизайн и не переживать. Но смотрите, что интересно. Здесь есть улей, а здесь нет. Да, здесь нет. Здесь даже вот эти вот пуговицы в виде цветочка одинаковые, смотрите, да, перламутровые. Вот. Ну, здорово. У меня нет такого шикарного паспорту, потрясающего, вряд ли его добуду. Может, сделаю подушку, а может, оформлю просто когда-нибудь в раму. Мне так нравится, как здесь пионы красиво выглядят. Ой, пионы, тюльпаны. Очень красиво. Так, вот такой у меня дизайн на примете. И еще два, которые я думаю начать. Они классные, они такие, не знаю, прям все мое. Первое — это Cranberry Plaid, по-моему, называется. А, Pinafore. Это забыла, Cranberry. Клюквенный сарафан. Вот такой красивый дизайн. У меня есть из этой серии вышит моряк, только он голубым цветом вышивается. Сейчас тоже покажу. Вот так вот он выглядит. Вот этот дизайн вышитый. Как видите, очень красивый, интересный. И я планирую начать его вышивать в пару к своему моряку. Не знаю, на этой неделе либо нет, но очень хочется. Видела их вышитыми, оформленными ни в одном магазине. Мне так понравилось. Сразу, кстати, в двух. Оформление было похожее. Вот. Здесь я тоже разобрала вчера нитки. Навесила их на органайзер, много ниток, красивые пуговицы. Вот, и вот такой вот дизайн. Тоже очень мне нравится. Roma's Garden. Здесь, знаете, что меня привлекло больше всего? Это вот в этой корзине очень много французских узелков. В общем, они меня и привлекли. Выглядит очень красиво. Я видела его вышитым. Обалденно. Надо думать, что я сумасшедшая, раз только дизайнер хочу начать за две недели. Но на самом деле я же всегда начинаю каждую неделю новое что-то. Вышиваю много, и дизайны небольшие. Поэтому на самом деле нет в этом ничего такого страшного. Вот, но вот эти дизайны, которые я вам показала, я буду вышивать, начинать на этой, на следующей неделе. А то, что показала до этого, как мамино сердце, лошадок и птичку, я буду продвигать по чуть-чуть. Ну вот, а сегодня, прямо сейчас, после этого видео, я пойду начинать вот этот процесс. Тем более, здесь у меня все нитки собраны. В общем, благодать. Моего последнего включения прошла, пожалуй, неделя. Я запланировала там столько стартов, но, к сожалению, жизнь носит свои коррективы, и все полетело в тартарары. И у меня почти не было времени на вышивку. Единственное, что я уделяла ей буквально, там, не знаю, по 10-20 минут в день, и завершила один дизайн. Это вот такой вот Just Nan. На него обычно я трачу 2 дня максимум. Здесь же я завершила его за 5, что для меня
довольно-таки долго. Давайте покажу, что у меня получилось. Вот такая вот красивая фея. Это последняя из тех фей, которые у меня имеются. Еще очень две еще. Это Джипси Роуз и, не помню, как называется, наверное, Холли. Такая рождественская фея. Очень хочу их вышить, но если не найду, то вышью подбором. Ну что сказать, она обалденная, красивая, блестящая, интересная. И давайте покажу вам поближе. Цвет льна такой интересный. Это 28-й каунт Свайгард, но не написано, какой именно здесь цвет. Вот, мне напоминает что-то между серым цветом и нугой от Мурана. Вот что такое серо-коричневый, очень красивый. К сожалению, фея не передается вам правильно, но надеюсь, что все равно можно рассмотреть красоту. Она отличается от других фей полной зашивкой, то есть в крылышке здесь нет никаких пустых мест, и цветочки вышиваются у нас, вот эти, которые здесь есть, крестиком и смирно стич, из-за чего получается такой довольно-таки выпуклый эффект, вот как вы можете здесь увидеть, и сами крылышки зашиваются одной ниткой. Получается такой вот легкий эффект, и цветы вот эти очень выделяются. Также здесь у нас есть металлик, бленд металлика с DMC, крейник, бисер. В общем, она блестит, переливается, очень красивая, наипростейшая работа. Так вот она красиво вся выглядит. Эти феечки, конечно, любителя, потому что они довольно-таки страшненькие. И, как вы можете заметить, я всех своих вот этих фей вышиваю лицо им крестом. То есть я меняю им лицо, не вышиваю петитом, потому что так, мне кажется, оно очень страшное. Вот так еще куда ни шло. Но это лично мои такие вкусовые предпочтения. Вам, может быть, нравится такой вариант. Хотя, я думаю, если поменять цвет, то, может, не будет выглядеть так жутко, как вот обожженная она, ну, как мне кажется. Вот, вот такая вот красавица у меня получилась. Конечно, хочу их все оформить, но когда-нибудь, когда я соберу их все, тогда и оформлю. По остаткам остались все нитки DMC, очень много, кстати. Также в набор входил крейник, два вида металлика, серый, такой серебряный и золотой, и бисер. В общем, всего осталось много, что очень даже приятно. Вот. Такая красивенная работа. Очень красиво выглядит. В этом году я еще вышивала вот эту фею. И в предыдущем году я вышивала вот эту Тиффани. Очень красивая. Она одна из самых популярных в этой серии. И вот эту. В общем, смотрите, какие тут у меня красавицы феи вышились. Я вообще в восторге. Давайте уберу подальше, чтобы было видно. Вот так вот они все вместе выглядят. Я даже не могу решить, какая мне больше нравится. Изначально я первую вышла вот эту. И я думаю, какая же она красивая. Я в нее влюбилась. Потом вышла вот эту. Вот в эту влюбилась. Потом вот эту. В общем, все они для меня одинаково любимы. Обалденно. Вот. Надо мне теперь сходить на балкон и сфотографировать, где есть хороший цвет, чтобы вы могли рассмотреть всю эту красоту поближе. Дальше покажу вам, что я начала. Начала я вот этот вот дизайн Strawberry Summer, как и планировала. Я его начала вчера у нас. Сегодня 10 число. Я еще не записывала, что писала. Я, кстати, веду блокнот вот таким вот образом, что... Ну, пишу, понятное дело, старты, финиши, и стараюсь, если есть наклейка, теперь я их использую сюда, добавляю, если это старт, либо финиш по тематике. Ну, к примеру, я закончила Лепрекона и сюда прилепила наклейку такую, сюда такую, потому что начала Strawberry, то есть по тематикам немножко. Также и здесь я вышивала свой сэмплер и похожий цветочек сюда присобачила. Вот. Давайте покажу, что у меня тут вырисовывается за полтора дня вышивки. Вот так вот выглядит дизайн. Очень красиво, мне так нравится, вообще не могу от него оторваться. И вышиваю, знаете, медленно, с
хотя сказать, с чувством, с толком, расстановкой. Ну, в общем, вышиваю его с удовольствием. Покажу вам прям очень максимально близко, чтобы вы могли видеть переливы вот этого металлика. В общем, здесь помимо обычных ниток DMC у нас еще используется перле и крейник. Но у меня не было крейника, я взяла металлик золотой, взяла номер 12 и номер 12 перле, хотя по ключу здесь используется номер 8. И у меня есть белый цвет номера 8, а номера 8 цвета 3033, который по ключу здесь используется, у меня нет. И я взяла похожий экрю, но у меня был только в 12, поэтому я взяла две одинаковые размером до толщины нитки, номер 12 вместо 8. Я думаю, ничего страшного не произошло, просто не так выпукло теперь вот эти вот части выглядят. Ну, смотрите, как красиво. Такие клубнички. И так интересно, что это клубники, и здесь нет ни одного красного цвета. Есть только розовый и сиреневый. Для меня это очень удивительно. Как так? Как так дизайн был разработан? Бленд из металлика и DMC используют в каждом цветочке. Из-за этого он так чуть-чуть блестит. Также мы можем увидеть металлик вот здесь вот в клубничках. Обалденно. Ну и понятно, что вот в этих цветочках тоже. Здесь я вам решила прерваться, показать, что сейчас вышиваю, потому что я делаю вот этот вот четвертый ряд, где есть клубника. И посмотрите, как отличается вот эта часть без бэкстича, а вот здесь с бэкстичем. Как же красиво бэк все-таки украшает работу. Здесь еще будет у нас бисер, будет низ обиваться бэкстичем. В общем, будет просто красота. Вот. На самом деле ткань выглядит такой, знаете, ярко-розовый, что ли. Она тут совсем не передается. Даже не знаю, как правильно ее вам и показать. Вот, ну да ладно. И у меня есть такие вкрапления, здесь розовенькие такие есть, от авокадо, от мякоти авокадо, что мне кажется, как будто бы это клубничка. В общем, не знаю. Я прям сейчас влюблена в этот процесс, вышиваю его в удовольствие, медленно и наслаждаюсь каждым стежочком. Потрясающе. Сюда будет пришиваться уже клубничка. Я уже жду не дождусь. И потом, после клубнички, будем вышивать вот эти вот остальные ряды. Я не знаю, когда я завершу этот дизайн, но я думаю, что дня через 3, если получится, при хорошем раскладе, я его вышью. Посмотрите, какой красивый здесь бордюр. Как красиво выглядит вот эти вот выглядят эти вазы, птичка. Но я напишу не 2001 год, а 2023. Вот это барджелла красивая. Вот эти, смотрите, какие элементы. Стежки. Вот как здесь. В общем, красотища. Просто красотища. И бисер здесь такой интересный. Вообще, прям интересный. В общем, да. Это все, что у меня есть на данный момент. Пойду вышивать. И, надеюсь, в этом влоге покажу вам готовую работу. И вообще хочу... Сейчас меня стукнуло вышивать Shepherd's Bush и Dimensions. Хочу начать еще их, но понимаю, что надо дошить этот дизайн, а то я его потом отложу и к нему не скоро вернусь. Он меня так радует вообще. Нет, сначала его закончу, потом начну что-то другое. Я когда обычно вышиваю дизайн и подхожу уже к концу, я уже в голове держу новый сюжет, который я хочу начать. Вот, наверное, у вас у всех так, потому что я смотрю иногда на каналах, девочки говорят о такой же проблеме. Что еще не закончил этот, а уже думаешь про другой дизайн. Ну все, пойду вышивать, потом покажу вам, что у меня получилось. Так много птичек на воде сидит. Ну что, я вчера неплохо так повышивала, и у меня уже готова 1/4 часть работы. Я полностью завершила бэкстич на листочках, пришила бисер крестиком, также пришила вот эту клубничку. Она такая наливная, такая сочная, такая вкусная, мне напоминает клубнику с варенья. Я настолько вдохновилась, что сегодня утром побежала на кухню делать блины с вареньем, с клубничным.
Она так переливается, я все пытаюсь вам словить блеск, но почему-то никак. Вот. Дальше я сделала вот этот элемент, он был очень простой. Вот этот. Здесь я изменила количество нитей. То есть вот эти цветочки, они вышиваются в 3 сложения, я их вышивала в 2. Только просто потому, что мне нравится вышивать 2 сложения. Серединка у них выполнена смирный стич, бленд металлика и DMC. И дальше вот это такой кашемировый стежок, симпатичный, мне напоминает шнур. На самом деле он делает немножко по-другому, давайте я покажу как. Он выполняется вот таким вот образом. Сначала делается 3 полукрестика и потом 2 маленьких, таких аппетитных. Я решила не усложнять себе задачу и вышла все полукрестиком, потому что на самом деле разницы особо нет. Мне нравится и так. Вот. На сегодня у меня какой план? Я хочу вышить полностью вот этот вот ряд. И если получится, то вышить вот этот. Я думаю, здесь очень просто. В принципе, самое сложное позади. Мне осталось сделать мои любимые стежки Барджелла плюс крестик. И вот надо вот осилить только вот эти вот райстич и вот этот стежок, и все. Хотя, я говорю, тут самое сложное посадить. Здесь вообще все очень просто и легко. Вот. Все, пойду вышивать. Попозже покажу, что у меня получается. Может, даже сегодня я и неплохо так продвинусь. Столько разной красивой растительности. Это я вышла прогуляться возле дома. Смотреть на улицу, просто подышать. Не все же вышивать, сидеть. Столько всего интересного можно найти. Вот. У меня довольно-таки часто ощущение от города, в котором я живу, он называется Сан-Диего, да, складывается, как будто бы это Гавайи. Вот я была на Гавайях, и вот растительность очень-очень мне напоминает этот остров. Здорово. Так тепло еще на улице. Смотрите, пальмочку облагородили. Вот. Парисы красивые такие. Очень уютненько так. Вот, вот эти цветочки мне нравятся. Птичульки. Какое дерево интересное. Я вообще не знаю, интересно ли вам смотреть кусочки улицы и природы. Может, я снимаю, это людям совсем не интересно. Последний раз, когда я записывала вам это включение, 3 дня назад я вышивала этот дизайн. Я собиралась в тот день завершить вот этот ряд и вышить еще несколько, но в итоге я не вышила ничего. Начала вышивать клубнички и остановилась. Что-то мне захотелось повышивать на Аиде, и я отложила этот дизайн. Вообще, я думала начать новый какой-нибудь уже этот Dimensions. У меня их не так много, наверное, в целом штук 20, 25, 30. Но в основном все из простой серии, потому что я ее очень люблю. Люблю намного больше, чем золотую. И, наверное, нерационально было бы начать новый, когда у меня есть только всего начатого. Я решила продвигать то, что у меня есть. Пару месяцев назад я показывала вам вот этот бант, который я купила и сразу же в этот день начала, что случается довольно-таки редко. И тогда я отшила вот этот домик, но не делала еще бэкстич. Здесь довольно-таки много бэкстича, есть французские узелки везде. Сюжет просто невероятный, такой классный вообще. Тут невозможно, я смотрю на него, и почему-то такая довольная сразу становлюсь. И я его 3 дня подряд вышиваю. Вот у меня такой небольшой прогресс. Ну, как мне кажется, это все лучше, чем вообще ничего. Вышиваю пару часиков в день. И вот за пару часиков у меня уже, смотрите, за 3 дня вышелся вот этот полностью сюжет. Дальше начал добавляться бэкстич вот здесь, здесь домики, здесь, здесь. В общем, везде я тут оставляла незашитые пространства. Я их полностью сейчас все завершила. Единственное, что мне осталось здесь сделать, это нужно сделать бэкстич вот
вот этой тележки. Тележки. И также мне нужно сделать французские узелки вот здесь. Вот такая красота получается. В общем, оторваться невозможно. Он просто летит. И я так рада, что вышиваю на Аиде. Я, конечно, понимаю, что многим она не нравится, но я от нее так кайфую. Мне уже почему-то приелось немного вышивать на льне. А еще на мелком льне я последнее время вышивала. И я такая, о, не. Хочется повышивать на 14-й Аиде, видеть крупные крестики, чтобы было все так легко, взять две нитки и вышивать. В общем, здесь кроме двух сложений, в принципе, ничего нет. Здесь есть крестик два сложения, полукрест два сложения и полукрест в три сложения. Все, больше здесь ничего интересного, такого страшного не будет. Здесь у нас тоже потом образуются французские узелки. Будет бэкстич, и я думаю, будет просто обалденно. Сюжет очень большой. Давайте покажу вам схему. Думаю, ничего страшного, если я буду показывать. В общем, смотрите, здесь довольно-таки небольшой ключ, но ниток огромное количество. Вот. Я думаю, здесь мне даже хватит на второй шифт. Ну, это мне почему-то так кажется, потому что ниток очень много, дизайн старенький. И я сейчас нахожусь вот здесь и хочу вышить за пару дней вот этот сюжет. Здесь на самом-то деле не так много вышивать, потому что, как вы можете видеть, здесь есть везде полукрест. Поэтому я думаю, я быстренько вот так вот здесь все завершу. Первый раз в жизни меня не напрягает бэкстич. Я вообще настолько в восторге от него, я не знаю, что случилось со мной, но я сначала вышиваю крестики, и потом, когда у меня есть желание, я делаю бэкстич, и я просто кайфую, я смотрю, как преображаются вот эти квадратичные домики, и я просто диву даюсь, я не знаю, я просто влюбилась в эти сюжеты, я с такой жадностью, в хорошем смысле, его вышиваю, просто там, не знаю, пожираю, балдею, вот балдею, не знаю, как надолго меня хватит, возможно, я завершу вот этот элемент и отложу этот дизайн, вернусь к клубничному сэмплеру, возможно, я перейду вышивать вот этот сюжет, а потом перейду, не знаю, может, начну милфил, кто знает, что у меня там потом дернет, но на данный момент я вышиваю и просто балдею. И мне так сразу хочется вышивать все дизайны на Аиде. Я понимаю, что это, наверное, не так эстетично. И вот эти большие дырки многим не нравятся. И то, что как бы сам вид Аиды, да, такой не очень-то презентабельный, не нежный. Но так вышивать, девчонки, приятно. Это, конечно, восторг. Так мне нравятся вот эти небольшие тут такие зарисовки. В общем, балдю. Ой, прям еле себя оторвала, чтобы заснять кусочек видео. Дальше хочу показать вам, смотрите. Я в одном магазине заказывала Викторию, и мне пришла вот такая вот газета небольшая. Я думаю, что это вообще такое? Не поняла. Смотрите, я прям так удивилась. Это такая рассылка, где они говорят, что у них есть новенького. Желательно хэппи стичинг. Есть схема небольшая. И вот здесь тоже. В общем, я тут прям удивилась, потому что я такое никогда еще не получала. Вот. Такие вот дела. Ну все. Тогда показала вам все, что я вышивала за эти дни. Видите, немного, но все равно результат, мне кажется, отличный. Я вообще так люблю Чарльза Высоцкий. Вот эти квадратичные домики, они просто летят. И из-за того, что здесь как бы каждый домик, да, каждый сюжет вот так вот немножко разделен между собой, и здесь есть такие большие сплошные участки одним цветом, то вышивается это очень просто. Вот вышел вот этот дом, да, кусочек, потом вышел вот этот кусочек, потом зеленый, и хоп, черная крыша, у тебя уже целый сюжет, дальше пошел. В общем, как-то вышивается вот так вот, ну, не просто как месиво, знаете, бывает, вышиваешь Dimensions, там, как в цветах обычно, месиво-месиво, потом делаешь бэкстич, более-менее понятно, а здесь все просто очень элементарно. Я первый раз вышиваю, по-моему, первый раз Чарльза Высоцкого, и так все идет легко, просто супер. В общем, надо мне что-нибудь еще у него взять, повышивать. Это, кстати, дизайн 99-го года. Есть еще зимний бант, он продается, его можно купить, стоит в районе 40-50 долларов, но я просто не знаю, надо мне или нет, потому что я не очень люблю
зимнюю тематику. Никуда она мне просто. Никуда. Вот. Поэтому не знаю, буду вышивать или нет, но вот этот бант просто вообще моя большая любовь. Вот смотрите, здесь еще есть вот такой вот небольшой отрезок Аиды. Я сначала не поняла, что это такое. Оказалось, это вот так вот, бант вот этот вот здесь так зажимается. Вот. Есть еще классное с маяками. Это вот я говорю про те дизайны, которые довольно-таки плотно заполнены вот здесь вот зашивкой, да. Но он, кстати, вообще дорогой, он редко попадается. Я тут недавно видела его на eBay тоже, что 50 или 60 долларов, но я подумала как-то too much. И я его не так сильно хочу вышивать, чтобы его у себя иметь. В общем, вообще все банты классные. Первый бант, который я купила, это был бант с пугалом. Я его покупала еще как-то за 10, даже за 12 долларов. Но я тогда была не дома в Америке, я где-то путешествовала в другой стране, и я не смогла оплатить, и пришлось мне мой заказ отменить. Я, в общем, так расстроилась, а потом приехала уже и забыла про этот бант. А сейчас смотрю, его вообще нигде нет. Раньше он продавался, там, не знаю, по 5 штук за день выставляли на eBay. Сейчас все пропало, в общем, так удивительно мне. Вот, такие дела. В общем, вышиваю, вдохновляюсь. Сразу подсела на все вышивальные видео, где показывают запасы Dimension. Смотрю, в общем, вдохновляюсь и балдею, как еще раз сказала. В общем, ну, правда, балдею, поэтому почему с вами не поделиться своим балдежом. Все, пойду вышивать, потом покажу, что у меня там нарисовалось. Такая маленькая, а уже крикуха. Ой, какая она хорошенькая. Футбол. Ой, какая малышка. Ой, испугалась. Ой, такие прикольные эти птички. У нас наступило воскресенье, и я готова показать вам свой небольшой прогресс. В течение 5 дней я вышивала этот дизайн, и вот что у меня получилось. Я завершила вот эту часть, чему, конечно, несказанно рада. И я делаю вывод, что, в принципе, за 2 недели эту работу можно легко вышить. Я ее приравниваю к рангу больших работ от Dimensions из простой серии, потому что если мы вышьем еще вот этот дизайн и вот эти два, то, в принципе, это будет по объему большая работа. Я не пользуюсь сагой, не знаю, сколько тут процентов, сколько крестиков, но, на мой взгляд, на скидку могу сказать, что работа большая будет, да, проделана. Я вышивала, как я же повторюсь, вот это 5 дней, вот это я вышивала, по-моему, 2 дня, и за неделю, да, в принципе, можно справиться с вот этой частью. Но я вышивала мало, поэтому, в принципе, можно и за 5 дней легко вышить следующий вот элемент. Я буду вышивать следующий вот этот небольшой дизайн отдельный, да, не снизу, а сверху пойду, поэтому я думаю, он у меня полетит. Я не люблю вышивать снизу, и это для меня всегда такой небольшой челлендж. Если я вышиваю сверху, то работа как-то продвигается быстрее. Давайте покажу, что у меня тут получилось чуть поближе. Очень яркие, красивые цвета, прям такие летние. Здесь помимо креста, полукреста есть бэкстич, который делается в одну нить, в две нити. Также есть французские узелки 3 цветов. Розовые французские узелки вышиваются, точнее, делаются в 2 сложения, 2 навива. Красные и белые в 4 сложения, в 2 навива. Они такие огромные, прям гиганты. Я когда их начала делать, я думаю, что я делаю? Зачем это надо? Но потом подумала, что дизайнер знает лучше, поэтому я, наверное, оставлю все так, как есть. Очень рада тому, что у меня получается. Работа красочная, сочная, яркая, такая насыщенная. И, если честно, я полностью насытилась за вот эти 5 дней Dimensions. Немножко даже от него подустала. И хочу вышивать уже дальше свои любимые дизайны от Just Nan и Shepherd's Bush. В общем, 5 дней вполне достаточно для Dimensions. Надо мне придумать какую-то ротацию, чтобы можно было одну неделю вышивать один дизайн, неделю, например, другой, посмотреть, что из этого получится. Я вообще всегда действую из вдохновения, никогда не вышиваю по ротациям, стараюсь как можно подольше вышивать один и тот же процесс, но когда я чувствую, что все, мне уже скучно, я не хочу вышивать, я откладываю, беру новый либо старый дизайн. Я, кстати, только что посчитала все свои начатые работы, их 15, и я сняла только что видео,
Надо будет мне выложить его на канал на днях, и вы там посмотрите, что я начала. Конечно, да, катастрофа, как мне кажется. Обычно у меня 3-4 дизайна, а тут у меня прям 15. И плюс я еще хочу начать целую тучу. Целую кучу от Shepherd's Bush. Я обязательно их начну, но просто буду заканчивать, например, один и два начинать. Как-нибудь попробую таким образом. В общем, придумаю. Что, рада очень-очень. Не планирую пока что вышивать вторую часть. Но не знаю, как меня стукнет. Если вдруг захочется, то начну. Пока что нет. Пока что я его отложу. Он не маленький, видите, довольно-таки большой. Вот ножницы. А вот дизайн. То есть вполне себе чуть больше, чем Gold Petite по размеру. Потому что Gold Petite, он где-то вот такой, 3-7 инч. Без вот этого. Но это такой прям старый-старый Дим. В общем, я вышивала, кайфовала. И мне было очень приятно, так, не знаю, уютно вместе с этим дизайном. Помимо этого дизайна, я начала вышивать еще один. Ну, я вам уже его показывала. Это Just Nan. Я его начала вышивать сегодня, потому что вчера я завершила этот. И думаю, так, надо не откладывать, вышивать вот этот. Я, к сожалению, не успела его завершить к концу влога. Думала, завершу, но не тут-то было. Сегодня утром, у нас сегодня, кстати, Пасха. Мне нужно было сделать вот эти алжирские глазки, добавить металлика в клубничке. И также сделать смирно стичь вот эти белые, такие вот небольшие, как крестики. И вот что у меня есть. Я так безжалостно, конечно, все это в канву запялила, но, надеюсь, ничего мне не повредится. Я сделала вот этот цветочек, вот этот ряд, и сейчас делаю вот этот. Здесь, как вы можете видеть, есть бленд, и он точно такой же, как на вот этих клубничках бленд. Но здесь крестики, а здесь смирно стич. Из-за того, что это смирно, процесс чуть-чуть замедляется. Вот эта часть вышивается полностью... Нитка перле цвета экриум я вышиваю. По ключу идет 30-33. И вот мне осталось сделать вот это. Я надеюсь, сегодня это сделаю, может, даже вот это. И потом останется вышить вот эту такую довольно-таки объемную часть. Но она простая, потому что здесь у нас крестики. Я думала, что это птичка черная, она вроде, кстати, синяя. Вышивается петитом. Здесь я изменю дату и напишу, что это 2023 год. Представляете, этой работе 22 года. Обалдеть. Вот. Ну, это все. Все, что я хотела вам показать. К сожалению, не так продуктивно, как обычно, но все же, как мне кажется, прогресс есть. Я вышиваю. Что-то даже скоро будет оформляться. Кстати, очень классно вышивать такие прикладные работы, потому что их можно легко оформить. Бант куда-нибудь-то уже я пристрою. Вот, все. Всем большое спасибо за просмотр. За просмотр. Увидимся в следующем видео. И пока-пока.